учителя! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы праздновать особый день – праздник весны, молодости и красоты. Международный женский день отмечают в начале первого месяца весны, когда солнце начинает пригревать землю, а на лесных приталинах расцветают подснежники, когда прилетают грачи. Мы не стали изменять нашим традициям и проводим ежегодный конкурс. Женщины всего мира долго и упорно вели борьбу за свои права. В 1910 году в маленькой стране Дании, в городе Копенгаген, собрались женщины-революционерки. А уже в 1913 году в России первый раз был отмечен Международный женский день. Его провели в Петербурге под видом научной конференции. Прошло много лет, теперь мы каждый год открыто и торжественно чествуем женщин. В этот праздничный день мы с вами собрались в этом уютном зале для того, чтобы провести второй ежегодный конкурс «А ну-ка, девушки!». Итак, поприветствуем участниц нашего конкурса. Команда 8 класса «Чёрное сердце». Команда 8 Б класс «Девушки Джека». Команда 9 А класса «Ариэль». Команда 9 Б класса «Назад в будущее». Итак, команда 10 класса «Принцессы 21 века». А сейчас разрешите представить вам наше многоуважаемое жюри. Сегодня судьями выступления будут директор школы 1005 Алые Париса Кузнецова Наталья Евгеньевна. Председатель молодежной палаты, советник главы управы Загальский Алексей. Советник депутата Мосгордумы Олега Иосифовича Сороки Илья Степачев. Член научного совета по исторической географии и демографии президиума АН Российской академии наук Станислав Каменский. Председатель просветительского общества «Путь», пиар-директор школы танцевальных искусств «Королевская эпоха» Владислав Каменский. Уважаемое жюри будет оценивать каждый конкурс по пятибалльной системе. Пожелаем жюри плодотворной работы. Ну и, конечно, дорогие зрители, ваши аплодисменты будут самыми верными и надежными оценками при выступлении наших дорогих участниц. Итак, внимание, внимание! Мы начинаем нашу конкурсную программу «А ну-ка, девушки, 2016!». Первый конкурс называется «Визитная карточка». Каждой команде дается до 7 минут представить свою команду как можно оригинальнее, проявляя всю красоту и талант. Мы приглашаем на эту сцену команду «Чёрное сердце» 8 А-класса. Аплодисменты! И мы начинаем! Как дельфины мы уходим.
уходим в плаванье, ища вторую половину, ища стабильность, сильную спину. Я жду опять, когда не будем, как они, мы притворяться сильными или бояться быть некрасивыми. Оно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Оно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей. Я верю в невозможное, учесть ошибки прошлого так несложно. Но, пожалуйста, давай сейчас останемся искать на небе линии твоего и моего имени. Что мы остались в тишине, размышлять над крышами, как эти голуби. Открой глаза, я принимаю все в тебе. Я говорю и смотрю назад, а у тебя мурашки по коже. Просим подняться на сцену следующую команду. Девушки Джека, 8-й Б-класс. Oh, no.
Ариэль. На сцену следующую команду «Назад в будущее» 9-й Б-класс. Времени.
10-й А-класс принцессы 21 века. Да, да, да. Ты ничего не хочешь.
Пара тихих улиц, каждый день тот же, что вчера. Кофе, универ, дела. Всюду книжку в руках, все витаю в облаках. Да что ж со мной не так? Ну да, смотри. Алло, отец, мне не нужны твои подачки. Все равно, где я буду работать, шашлычные или ковры на рынке продавать. Главное, что я буду с ним. Мне с тобой больше не о чем говорить. Я люблю его! Я лечу, словно стрела. Да-да, я его устранила. Ты чё? Как 21 век нравится? Очень. В балахоне опять что-нибудь запуталась. Ничего. У тебя как? Тебя еще не посадили? Я думала, посадили, сразу по телеку смотрела, там судьбу, я думала. И бессозвучный. Хороший адвокат был. Ну что? Ну, девчонки, вы вообще счастливы в этом веке? Сбылись ли вообще все ваши мечты? О чем-то мечтали и обязательно этого добивались. Следуй за своей мечтой, а принцессы помогут поверить, что все возможно. Сегодня просто очаровательные. Наверное, они уже поразили ваши сердца. Сравниться в остроумии женщинами и мужчинами сложновато. Думаю, что в этом мало кто сомневается. А если такие есть, то наш конкурс «Остроумная развинка» развеет все ваши сомнения. Я буду задавать вопросы командам, а они стараются ответить на них максимально остроумно. На этом этапе вы можете получить максимум 3 балла. Вопросов будет также 3. На обдумывание каждого вопроса у вас будет всего 2 минуты. Прошу команды подняться на сцену. Итак, второй конкурс «Остроумная разминка». Вы готовы? Thank you.
девочки на 16-летие подарили балетки, на 17-летие туфли, а на 18-летие сапоги. Что подарят на 19-й день рождения? Итак, повторяю вопрос. Одной девочке подарили на 16-летие балетки, на 17-летие туфли, на 18-летие сапоги. Что подарят на 19-й день рождения? На лабутена! Это была команда «Принцессы 21 века», 10-я. Повторяю вопрос. Но и девочки подарили на 16-летие балетки, на 17-летие туфли, на 18-летие сапоги. Что подарят на 19-й день рождения? Команда «Назад в будущее». Ну, помаду. Потому что у женщин нет логики. Одной девочке подарили на 16-летие балетки, на 17-летие туфли, на 18-летие сапоги. Что подарят на 19-й день рождения? Команда «Черное сердце», «Аудента Т». Ну, вопрос, я думаю, вы уже запомнили. Команда «Орель» 9-го А-класса. Валенки, валенки. Команда 8-го Б класса считает, что это мозги. Второй вопрос. Что кидают в кастрюлю перед тем, как варят еду? Спасает красоту. Дайте время,
там выражение «красота спасает мир». Вопрос, а кто спасает красоту? Команда 8 класса считает, что это мы. Красота спасает мир. А кто спасает красоту? Команда «Назад в будущее» считает, что это страшная подруга. Красота спасает мир. А кто спасает... Ту-ту-ту. Команда «Черное сердце». Наш юмор. Красота спасает мир. А кто спасает красоту? Принцесса 21 века считает, что красоту спасает ботокс, мезотерапия, липосакция. Браво, аплодисменты, аплодисменты. Красота спасает мир, а кто спасает красоту? Команда «Арея» считает, что красоту спасает наш директор Наталья Евгеньевна. Аплодисменты, аплодисменты. Итак, все команды продемонстрировали вперед и нет остроумия. Просим вас спуститься в зал. Каждая команда приготовила по одному блюду. Сейчас им предстоит предложить жюри свои творения и объяснить тем самым свой выбор. Мы приглашаем на эту сцену команду «Черное сердце» 8 А-класса. Аплодисменты! Мы решили, что это реально.
что испекли, как испекли, из каких ингредиентов, расскажите вообще смысл того, что вы сделали. Вот. И молодежь, чуть активнее, вы молоды, как бодры, веселы, давайте аккуратнее, да. И напоминаю, то микрофон где так, давай, так, так, а вот так, как мороженое, но нет, близко, потому что это микрофон не вокальный, поэтому его не нужно держать близко. Все, с первой команды еще раз назад, давайте начинаем с блинчиков, с тортиков. Девушка, которая приносила первый тортик на сцену. Значит, представляешь себя, команду, что испекли, зачем учили? Этот торт сделан с любовью. Ягодное сердце. Сердце это из-за того, что мы сделали его с любовью, а ягодное так он ягодный. Приглашаем команду 9 А класса. Эй! Это вам не пирожок с корочкой хрустящей, а румяный теплоход, самый настоящий, полный ход, есть полный ход. Этот вкусный теплоход, испеченный нами, орешки грецкие ведет в середине самыми. И, наконец, 10-й класс. Принцесса 21 века. Вашим вниманием мы представляем, я желаю. Все вы знаете, что принцесса обладает магическими способностями. Так вот, выбрав тот или иной текст, вы станете обладателем ощущений. А если вы попробуете текст принцессы Золушки с магическим атрибутом, то вы сможете обрести веру в себя и в свои силы. Если вы попробуете текст принцессы Бэй, то вы с магическим атрибутом розы, то вы сможете преобразоваться как внешне, так и внутренне. Если вы попробуете принцесса Белоснежки с магическим атрибутом гномом, то вы станете драком, смелым и сильным. А если вы попробуете текст принцессы Мерины с магическими атрибутами лук и огонь, то миг с вами распрощаются все ваши враги, разбойники. Ну и, конечно же, наш особенный текст – это текст с принцессой Жасмин с магическими атрибутами лампы. Ев его исполнится в миг при вашем желании. Но будьте осторожны, обратного пути нет. А мы переходим к завершающему конкурсу. Мода. Нет его. Мода всегда рядом с нами шагает. Где-то серьезная, где-то смешная. Главное – мода. Мода в одежде. Каждой команде предстоит продемонстрировать по одной модели одежды и пояснить, с чем именно связан данный образ. Мы приглашаем на эту сцену команду «Черное сердце» 8 А-класса. Thank you.
этом платье сочетается жизнь, вот эти яркие эмоции, которые мы переживаем изо дня в день, испытывая чувство радости или даже гордости за то, что мы пережили этот день вот так. На сцену приглашаем 9-й Б-класс. «Назад в будущее». Дамы и господа, образ нашей девушки выбран не случайно. Как вы понимаете, наша команда возникла на стыке разных времен. Пытливый ум ученого под воздействием электрического тока выдал невероятно легкий и романтичный образ девушки. Ткань и фактура платья пользовалась большой популярностью в 19 веке. Зато цвет шампань приобрел невероятное звучание в 21-м. Это платье может быть использовано только для особых случаев. Ну, например, на церемонии вручения Нобелевской премии. Спасибо за внимание. Поприветствуем команду 10 класса «Принцессы 21 века». Которые еще не написали книг и не сняли кино. В давние времена в облачном царстве Афион 17-летняя принцесса Урана, живущая с несколькими горничными, в прекрасной и белой комнате, еще с рождения была помолвлена с принцем царства Алангасаром. Однако юная особа не примиряется с такой судьбой, и ей хочется жить и решать свою судьбу самостоятельно. Тем не менее, в один прекрасный день посланник принца приходит, чтобы забрать ее в столицу. Да не тут-то было. Юная, упрямая принцесса сбегает с небес на землю, попадает в наше красивое царство. Итак, встречайте, к нам прибыла принцесса Урана. Поприветствуем команду 9-го В-класса, Ариэль. От переливания на солнце чешуя не оставляет вас равнодушными. Платье облегает и подчеркивает утонченную фигуру русалочки. Изящный хвост помогает девушке ускользнуть от любых проблем. Подборки тангра гаммы предложен ведущими дизайнерами морской индустрии красоты. Мы надеемся, что этот хит сезона «Весна лета 2016» возьмут на вооружение многие девушки-русалки. И, наконец, последняя команда 8-го Б-класса. Девушки Джека. Оно сделано из экологических продуктов. Называется оно «Облачко». Вообще мы... Вот он. Когда мы его делали, мы вспоминали о лете. Мы делали его только из экологических продуктов. То есть ткани не помогают.
Ну, не знаю, что еще сказать. Летом вообще создана она для летних и на вечеринок, там, на пляже каких-нибудь, в жаркую погоду. Теперь настал самый волнительный момент – награждение победительниц. Я думаю, что вас можно согласиться. Все участницы были великолепны и неподражаемы. А пока наши многоуважаемые жюри подводят итоги и подписывают дипломы, мы встречаем на этой сцене танцевальный коллектив «Вдохновение». Надо мной.
Чтоб метели акварели краской разлились, и пройду прямую эту я длинную жизнь. Сегодня присутствовать на нашем очередном прекрасном мероприятии. На мероприятии, которое посвящено замечательному времени года и замечательному празднику. Мероприятие, которое посвящено, наверное, самому прекрасному созданию в мире. Это женщине, девушке. И сегодня на этой сцене были замечательные девушки, девчонки в разных образах, с разными заготовками, с кулинарными шедеврами, которые показали, продемонстрировали себя. И нам сегодня, особенно мужской части жюри, я думаю, будет очень приятно огласить результаты. И вообще нам сегодня было очень приятно смотреть и принимать в этом участие. И сейчас мы подводим итоги сегодняшнего конкурса. Конкурса «А ну-ка, девушки!» 2016. И вручаем диплом команде, занявшей третье призовое место и набравшей 102 балла. Это команда «Принцессы 21 века». Десятый атлас.
Занявшая второе место в конкурсе «А ну-ка, девушки, 2016» команда 9-го Б-класса «Назад в будущее». Поздравляем! Миссия красавица, получите тортик. Молодцы, что вдвоем вышли. Команда набрала 104 балла. И диплом вручается команде, которая заняла сегодня первое место в конкурсе «А ну-ка, девушки, 2016». Это команда 9-го А-класса. Ариэль, получите заслуженную награду. Уважаемые друзья, еще секунду. Дорогие друзья, пожалуйста, еще секунду вашего внимания. Сначала я бы хотел уважаемую Наталью Евгеньевну, Лилию Фаритовну и организаторов этого мероприятия поблагодарить за приглашение, за то, что вы пришли, подарили нам этот праздник, этот замечательный вкусный стол, который сделали команды, это замечательное впечатление. Но мы тоже приготовили небольшой сюрприз вот, при поддержке Молодежной палаты района, Московской городской думы и газеты «Щукинец». Я попрошу сюда выйти команду, занявшую первое место в полном составе, это команда «Ариэль». И попрошу сюда выйти главного редактора газеты «Щукинец», которая вручит им приз и представит, что это такое от наших организаций, от сегодняшних гостей замечательного учреждения «Алые паруса». Спасибо. Анна Владимировна Аникина, главный редактор газеты «Щукинец». Я поздравляю вас с таким замечательным праздником, с праздником весны, с праздником красоты. И мы действительно хотели бы вручить всем победительницам сертификаты на экскурсию «Москва вчера, сегодня, завтра». Аплодисменты нашим Друзья, сядьте, пожалуйста, у нас еще как бы директор на сцене. Еще раз поздравляем с замечательным праздником, с праздником весны, а наших замечательных участников за прекрасные выступления и поздравляем команду-победительницу. 9-й А-класс. Ариэль, аплодисменты ваши. Поздравляем. Громче. Слышно. Еще раз всех искренне поздравляем с этим замечательным женским днем, с Международным женским днем. Ура!